Значит, центр у нас 8-этажный, из них 7 этажей это клинические, один этаж у нас технический. Значит, структура центра представляет из себя поликлинические и стационарные подразделения. В поликлинике у нас работает женская консультация и отделение катамнеза. В стационаре есть все структурные подразделения, которые есть в учреждениях родовспоможения, включая отделение реанимации новорожденных, отделение патологии недоношенных новорожденных. Значит, на сегодняшний день в наш перинатальный центр с момента открытия, то есть 12 марта, приняли уже 50 родов. Родилось 52 ребенка, потому что у нас сегодня и позавчера родились двойни. Роды прошли благополучно. Ребенок и я здоровы. Никаких разрывов тому подобное не было. Так. Центр очень удобный, комфортный. Все условия есть. Можно кормить ребенка там, сидя на стуле. И столик для пеленания, для купания малыша есть. Все условия. Отличия, ну, конечно же, в условиях есть. Там в городском роддоме мы в палате лежали по 4 человека. А здесь в палате я одна лежу.